Стали известны доходы чиновников Красноярской мэрии. Возглавил список заместитель мэра и глава департамента транспорта Александр Годованюк. Он заработал больше 10 миллионов рублей. В собственности у него квартира и приличный автопарк. Это Land Cruiser, Volkswagen Polo, Toyota Corolla и даже автобус марки PAS. Супруга чиновника также владеет квартирой, земельными участками, домом и большим нежилым помещением. Второе место по доходам занял Ренат Шадрин, руководитель департамента муниципального заказа, который отчитался о почти 10 миллионах рублей в год. В его собственности только Nissan X-Trail. На третьем месте Александр Кобылинский, глава департамента общественной безопасности, заработавший больше 3 миллионов. Он ездит на BMW. Супруга сообщила о доходе в 970 тысяч рублей, на нее записана квартира. При этом у первого заместителя мэра, второго человека в администрации доходы скромнее. Так Владислав Логинов заработал чуть меньше 3 миллионов рублей. В его собственности два участка, доля в третьем, жилой дом, мотоцикл BMW, Range Rover и катер. На его супругу записана квартира.